которые были приговорены к тюремному заключению по надуманному обвинению. Спустя более чем 10 лет Израиль подтвердил уничтожение секретного ядерного реактора в Сирии. Авиаудар был нанесен еще в сентябре 2007 года. Тогда же в СМИ начали появляться данные об этой операции. Однако официальных комментариев Тель-Авив не давал. Гриф секретности был снят только сейчас. Почему? По мнению наблюдателей, это послание Израиля своим недругам. И в первую очередь Ирану. В настоящее время Иран укрепляет свое военное присутствие в Сирии. Данный процесс быстро приближается к той черте, за которую переступать нельзя, отмечает эксперт по военным вопросам Узи Раби. Я думаю, что публикация тех кадров, которые мы только что видели, это предупреждение Ирану. В ночь с 5 на 6 сентября 2007 года израильские ВВС нанесли удар по объекту неподалеку от сирийского города Дейр-эз-Зор, где завершалось строительство ядерного реактора. Комплекс был взорван и восстановлению не подлежал, говорится в пресс-релизе армии Израиля. Новый взрыв в Остине, и вновь смерть находилась в посылке. Во вторник серьезное ранение получил 40-летний мужчина, он госпитализирован. Однако на этот раз характер сработавшего устройства принципиально иной, сообщили в правоохранительных органах. Мы установили, что в этом случае речь не идет о взрывчатке. На этом основании мы можем утверждать, что данный инцидент не связан с предыдущими имевшими.